Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Ведьмак. Итак, нам надо поговорить со жрецом, с Юлианом. Взять у них по какому-то трофею. А какие трофеи мне надо взять, я должен узнать у алтаря. Так что давайте сначала мы зайдем к нашему жрецу. Алтарь у него там. Скорее всего, в той фразе, которая там описана, мы и узнаем. Так, давайте почитаем. «Ибо владычица озера, богиня старших народов, и так велики ее мудрость и могущество, что слова ее сказаны, алчность и ненависть побеждают. Всего одну фразу сказала она. Одну фразу, но такая в ней была истина, что ни человек, ни водяной спорить с ней не могли. Итак, ладонь человеческая, мягкой кожей облеченная, чешуйчатую десницу стиснула, и дарами друг друга одаряя, люди и водяные мир заключили. О, дары! А какие чудесные были-то дары! Браслет из чистого золота основателя деревни, богато украшенный рукой настоящего мастера, перешел к водяному. Значит, у водяного надо забрать браслет из чистого золота. А старый водяной взглянул на лицо владычицы и сказал: «Слово твое может мир этот утопить, а может сжечь до основания, так что и пепла не останется». И когда увидели люди чудесную статую алебастровую, искусно сделанную и вовсе дар, речи лишились. И великий пир тогда начался в чудесной долине у озера, и я там был, мед пиво пил. Так, а у людей, значит, надо будет забрать алебастровую статую. Ну, давайте разговаривать со жрецом. Я взял работу Беренгара на себя. Расскажи мне подробнее, что здесь происходит. Мы жить под водой глубоко-глубоко, мы чтить владычица. Но не все ее любить. Много кто бросать владычица идти к догон, а не убивать люди. Я просить, пусть твой меч не любить догон. Я тебя хорошо наградить. Понятно. Ты иди до деревни красть жирные корова. Ты ее резать, догон выходить. Ты его не любить, я тебя наградить хороший, дать тебе меч. Ты хочешь, чтобы я привел сюда корову и с ее помощью выманил догона? Ты не любить корова, чемпионка, много крови на алтарь. Догон, выходить из воды. Я должен прирезать ее на алтаре. И думать лучше приносить жертву человека. Ура, корова, жестокий ты быть. Я подумаю об этом. Так, мы не закончили? Владычица озера хочет помочь нам решить этот конфликт. А что ты говорить? Владычица озера желает, чтобы водяные жили с людьми в мире. Вряд ли люди будут жить в мире с вами, если вы прирежете их любимую корову. Как я не люблю догона? Об этом я позабочусь. Ты должен отдать мне... С корову быть бы лучше. Я слушаться, владычица, ты забирать. Да, и мне нужен золотой браслет. Золотой браслет. Отлично. Теперь идем к Юлиану. Кстати, у нас здесь есть по пути Беренгар. Надо будет еще с ним поговорить. И плюс... наверное, зайти в склеп. Потому что надо будет искать эти доспехи суперские. А для того, чтобы их найти, надо обыскать склепы в поисках каких-то там песен. Всякой такой фигни. Эльфской. Так, а вот и Беренгар. Да?
Ты говорил с владычицей озера? Боги не разговаривают с простыми смертными. Избавь меня от своего сарказма. Итак, какие удивительные вести открыла тебе местная богиня? Она говорила о предназначении. Предназначение совершенно меня не интересует. Если хочешь поиграть в героя, то пожалуйста. Я тебе даже помогу. Видишь ли, я тебя тут недавно обманул. Обманул меня? Саламандры заставили меня передать им несколько формул. Проводили на мне исследования. И знаешь что? Я даже не протестовал. И они мне неплохо заплатили. Почему? Ты сам знаешь почему. Я хотел жениться, детей завести, жить как все люди. А вы, ведьмаки, вы украли у меня это право. Люди меня ненавидят, когда они видят мои глаза. Они бледнеют от страха. А что касается детей, скажи мне, какая разница между твоим любимым Каэр Морхеном и логовом Саламандр? Я здесь не для того, чтобы говорить, что я чем-то лучше тебя. Оставь меня в покое. Один твой вид меня раздражает. У меня начинают возникать сомнения. До встречи. И что нам это дало? О решении Беренгара. Да? У меня такое чувство, что ты мне не все рассказал. Какой проницательный. Еще кое-что. Саламандрам нужен Альвин. Не знаю, зачем он им, но он для них важен. Они послали меня сюда, чтобы найти его, но я не собираюсь этого делать. Как только я заработаю несколько аренов, я отсюда отчалю. И ты ничего больше не знаешь о нападении на Каэр Морхен и об украденных формулах? Ничегошеньки. Тогда одна просьба. Держись подальше от Альвина. Да? Будь здоров. Здоров. Ага. Еще раз через какое-то время. Ладно, поговорим. Но давайте наведаемся в склеп. Просто я всего лишь только знаю два склепа. Так, окошечко у меня есть. Это белый мед. Блин, вот кошечки, по-моему, у меня нету. Так, а смогу ли я ее сварганить? Мне надо к костру. Зайдем в склеп, еще раз обыщем, посмотрим, что это нам даст. Так, кошка, 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 кошка. Да, могу сварганить. Давайте еще сделаем. И еще сделаем. Так, ласточку я не могу, нету специального эликсира. Ну, а трех кошечек, мне кажется, вполне хватит. Белый мед. Ну, давайте еще сварганим один белый мед. Медитируем. А, кстати, таланты есть у нас какие-нибудь? Нет, талантов нет. Так, Альвин так и бегает за мной. Надеюсь, он в склеп за мной не пойдет. А то его еще охранять придется, блин. Так, ну заходим. Так, а я что, под действием кошечки? Да, вроде нет. Так, инвентарь. Отлично. Так, ну давайте сюда зайдем. Угу.
Здесь вроде пусто. Ничего интересного нет. Туда я не пройду. Наверное, мне кажется, подсвечивалось бы, если я мог что-то сделать. Так, идем сюда. Так, вот я вижу саркофаг. Но, по-моему, я там только не взял меч. А, да, топор вот. И все. И как же я должен обыскать данный склеп? Сундук, а тут ничего нет. Странно. Ну, в принципе, здесь пусто. Я не знаю тогда, что здесь искать. Хотя по заданию написано, что... Запись эльфийского менестреля. Ну, наверное, все-таки это не здесь. Не в данном склепе. Так, везде все завалено. Завалы эти вряд ли расчистишь. Тогда идем к Юлиану. Здесь нам делать нечего. Так, сколько она будет действовать у нас, кошечка? 7,5 часов. Так, зайдем в деревню. Мне надо найти пекаря. Секрет Беренгара. Да. Вот и дом пекаря. Я вижу, тебя привел аромат свежевыпеченного хлеба. Можно и так сказать. Посмотри на мой товар. Все из лучшей муки с примесью секретного ингредиента, который был подарен моей семье благодарной нимфой. Мне кое-что нужно. Чем могу служить? Есть другие тайные ингредиенты. Увы, хоть я и знаю один рецепт, я не могу его опробовать. Что за рецепт? Не могу сказать. Мне понадобится белый мед, только я не знаю, что это. Хм, а у меня есть белый мед. Ну, давайте дадим ему один белый мед. Белый мед? Невероятно! Теперь я могу попробовать свой тайный рецепт. Можно я... Бери куколку и уходи, пока я не передумал. Так, ладно. Сахарная куколка, блин. Вот награда, офигеть. Я не должен был давать тебе сахарную куколку. А что в ней такого особенного? Обычная сахарная куколка, еда. Я не должен. Блин, вот я теперь не могу с ним поговорить. А у меня что, 5 их? Стоп. Где мой журнал заданий? А, 4 коровая хлеба. Угу.
То есть, как бы я нашел хлеб и даже мог не тратить, да? Ну, круто. Бочка. Попробуем еще раз с ним поговорить. Чем могу служить? Ты знаешь, что делают ведьмаки? Это все знают, даже мелюзга. Ведьмаки, они колдуны, только чуть похуже. Похуже? Ага, потому что у них яйца отсыхают. Хм, пожалуй, я пойду. Что? У тебя такой в семье? Мои соболезнования, вот уж несчастье. Чучело. Чем могу служить? Так, давай поторгуемся. Я тебе продам, наверное, эту еду. Она мне не нужна. Наверное, кроме мяса виверны, потому что где-то у меня там по заданию было. Правда, не в этом районе. Так, булочку, наверное, тоже я оставлю пока. И рыбу продам. Отлично. Так, ну здесь вроде все. Идем к Юлиану. Как она может так ко мне относиться? Так, а кстати, сколько у меня зубов этих бабоёшек? 8, да? Еще 2 бабоёшки. Значит, надо будет переночевать. Будешь жаться, смотрите. Твоя мамаша сосет у краснолюда. Следующий. Геральт? С водяными можно договориться. Неужели? Такова воля владычицы озера. Тебе что-то не нравится? Нет, ведьмак. Я ведь не идиот. В таком случае я должен передать ей от тебя дар. В знак твоей верности владычице и желания завершить дело миром. Конечно. Что мне ей подарить? Угу. Алебастровую статуэтку, изображающую юного водяного, захватившего духа воды. Держи. Мне бы заплатили за нее неплохие деньги в Вызиме. Но мир для меня важнее. Отлично. Так, все пособирали. Так. Зайдем к трактирщику, посмотрим, что можно оставить. Чем могу служить? Еще кое-что. Да? Так, чтоб тебе оставить бы... А, кстати, Юлиану надо зайти продать ему это. Платок. Так, ну вроде я больше ничего-то не вижу, что ему продать можно. Мясо виверны, кстати, давайте оставим. Чтобы случайно не продать. Ну и все. Больше я ничего здесь не вижу. Так, Юлиан, Юлиан. Давай поторгуемся. Хочется врезать кому-нибудь. Поговорим позже. Поговорим. Давай вставай, позже. Засранец, а. Ну фиг с тобой. Так, что у нас по заданиям? Так, это к владычице вернуться. Снова к владычице. Ага, вот хлеб. Ну, давайте хлеб отдадим. Хотя я бы, конечно, повыполнял бы задание с этими бабоёшками, блин. Но это надо ночь только.
Так, а что у нас? Здесь никакого склепа нет. Здесь проход в поля. Здесь развалины. Здесь к разрушенному мосту. Да, нет ничего. Так, здесь. Проход в поля. Ага, проход в какие-то поля. Так, здесь склеп, здесь лодка, здесь хижина, здесь статуя. Так, а я сейчас не могу поговорить с Беренгаром? Да? Нет. Будь здоров. Не могу. Ух ты, место силы. Отлично. Наши друзья вышли из пещеры. Так, а где наш... Ага, вон он, турель бегает. Стой, стой, стой. Да? Я купил вам хлеба. Я рада, что мы не зря доверились тебе. На 20 оринов можно купить только 4 каравая. Держи. Жадные тхоины. Спасибо, Геральт. До встречи. Ну, вообще-то, я мог бы и больше. Так, у нас новый уровень. Здесь волки. А это нас ведет проход в поля. Но там только волки. Смысл мне. Идем к нашей владычице озера. Вопрос, где брать этих василисков? Мне локаций-то совсем мало. И королевский виверн где, блин, лазит? Тоже непонятно. Может быть, здесь, на этой отмеле поискать получше. Я ее не очень хорошо осматривал. Так, где наша владычица? Так, Василиск, Василиск, а мне как раз нужен Василиск. Где вы тут, Васьки? Так, а почему ты взял стальной меч? Объясни мне, пожалуйста, друг мой.
Давай, добивай его уже. Непонятно, почему он взял стальной меч, блин. Так, ядовитые железы, шкура Василиска. Так, нашему другу как раз нужны, по-моему, шкуры Василиска. Так, давайте почитаем. Да, три шкуры. Но я пока только здесь двоих увидел. Плюс у нас здесь есть круг последней капли. Это у нас знак Аксий. Обыщем сундучки. Руна. Смесь, паста. Все пригодится. Так, ладно. Значит, Василиски у нас обитают здесь. И мне осталось найти только одного. Да? Так, ну, наверное, начнем с Беренгара. Я говорил с Беренгаром. Его не интересует предназначение. Мое видение определенно касалось тебя, Геральт. Что ж... Когда придет время, я наделю тебя даром. Он тебе поможет в твоей трудной дороге, Беловолосый. Отлично. Дар какой-то дадут. Так, ну когда она мне его одарит... Когда-нибудь. Так, ну начнем теперь уже по основному заданию. Да? Госпожа, я все сделал правильно. Благодаря тебе потерянная душа обрела покой. Ты открыл Алине глаза с помощью песни. Верно. Да? Это не то. Госпожа. Это то, что тебе нужно. Именно. Возьми это. Одной капли моей крови на алтаре Дагона будет достаточно, чтобы вызвать его на бой. Ладно. Ну, драться все равно с этим Дагоном придется. Так, а где его? Ага, алтарь Дагона находится у нас здесь. По заданию мы его отслеживаем. Вот, не отслеживаем. А теперь отслеживаем. Так, может быть, здесь еще появится Василиск. Мне бы еще бы одного. Так, здесь... О, королевская виверна. Но, блин, она тут одна только почему-то. Ну-ка. Отличненько. Ух ты, еще одна прется. Ну давай, иди сюда. Иди сюда, детка. Ну что ж ты убрал там меч-то? Отличненько, здорово. Так, сейчас, наверное, обыщем останки. Так, яйца, яйца есть. Отличненько. Так, и здесь. Так, ну что, там еще одна королевская и две обычные. Ух, три!
Иди сюда, зараза. Есть. Так, но, наверное, на алтарь мы не пойдем с такими жизнями. Пока только пособираем все. Ну-ну-ну. Давай, собирай же. Есть. Так, теперь здесь. Отлично. Ну. Давай, бегай, бегай. Что-то иногда наш Геральт тормозит. Так, что у трупа? Семь пятнадцать. Помощнее будет. Хотя толку-то от него, честно, никакого. Алтарь, алтарь, алтарь. Так, мне нужен еще один Василиск. Так, тут сундучок. Ну, так себе. Ничего полезного я здесь не вижу. Так, давайте, наверное, к костру. Вот есть костер у нас тут. Распределим таланты. Так, серебряный мы закончили полностью, да? Давай теперь, наверное, силовые приемы. Супер. Так, знак Аарт. Так, знак Игни. Так, супер. Так, ну идем к этому алтарю Дагона. Так, перед тем, как воспользоваться, наверное, выпьем ласточку. Пусть остается знак, наверное, Игни. А вот и Дагон. Подплывает. Крупная такая тварь, я скажу. Ох ты, ёшкин кот, сколько у него толпы. Да. Полнейшая жесть. Офигеть. Так, он какой-то неубиваемый, блин. А ну правильно, опять ничем мечом, а? Да что ж такое-то? Thank you.
Обалдеть, они еще и лечат, блин. Так, у него жизнь, по-моему, умирает, уходит, когда я убиваю его сподвижников. Да зараза ты! Куда ж ты ломишь это, блин, Геральт? У, жесть, а? Как с тобой тяжело-то, блин. Зараза. Да что такое, Геральт, блин? Блин, скачет и скачет, а? Ну? Да что такое? Он их лечит и лечит, а? Есть. Ну. Есть.
Не туда, давай, Геральт, давай. Мочи этих мелких тварей. Ну-ну-ну, бей, давай. Я в тебя верю. Сам сдох, скотина мелкая. Фух, блин, как это было, а? Сложно. Так, надо что-то выкинуть, чтобы забрать слизь Дагона. Что у нас здесь за останки? Это, по-моему, все могу собирать, да, это я уже не могу. Пузырь водяного. Так, волокна хан выкидываем, забираем. Где? Вот. Вот эти вот останки. Фух, да, сложно было. Создавая больше своих сподвижников, он терял энергию. Что очень хорошо. Терял своей жизни, при этом его трогать все равно не получилось бы, он офигительно защищался. Так, ну, в принципе, все. Идем к владычице озера. Так, потом возле костра, наверное, переночуем. Мы здесь закончим с Василисками. Наверное, они еще раз появятся здесь. А они мне очень нужны. Мне не хватает одного Василиска. Чтобы закончить еще один контракт. Да? Я убил Дагона. Спасибо, Геральт. В благодарность я приподниму завесу тумана и позволю тебе вспомнить кое-что из твоих прошлых способностей. Закрой глаза, поддайся моей силе, и на минуту спадет пелена, и ты вспомнишь какие-то из своих старых умений. Благодарю, госпожа. Отлично. Используй мой подарок с умом. Я постараюсь. Госпожа, похоже, в темноводье нуждались в моей помощи. Это правда. Поэтому тебя привело сюда предназначение. Мы должны поговорить. Естественно. Я богиня. Ты меч предназначения. Смерть уже много лет идет за тобой по пятам. Возможно. У меня есть для тебя дар. Дар владычицы озера. Он поможет тебе исполнить свое предназначение. Что это за дар? Ух ты. На колени, Геральт из Ривии. В рыцари будут посвящать, что ли, нас? Рыцарь Геральт. Ты прошел долгий и опасный путь. Ты проявил храбрость и доброту. Я произвожу тебя в рыцари. Ну, точно. В рыцари. Страха встречай своих врагов. Защищай слабых. Не лги даже под угрозой смерти. Вот твоя клятва. Я посвящаю тебя в рыцари. Белый волк. Впереди у тебя долгий путь. Я вижу смерть и кровь. Я вижу снежную бурю. Прими меч в знак моей симпатии. Это был меч великого воина. Он века лежал в глубинах, ожидая тебя. Госпожа.
Спасибо, госпожа. Иди, белый волк, сделай, что должен. Да сбудется твоя судьба. Обалдеть, вот это круто. У нас новый серебряный меч. Арандит. Повреждение плюс 60%, атака плюс 10%, вероятность обезоружить противника критической боли и точность удара 50%. Фух, круто. Так, что у нас еще есть нового в инвентаре? Это мы читали. Ух, сколько-то у нас, в принципе, всего. Ну, добавился только меч. А что по журналу заданий? Так, Альвин. И что? Что мне делать с Альвином? Непонятно, причем здесь Альвин и Дар. Его здесь все равно нет. Так, смотрим дальше. Ну, это контракт на Виверн. Да, новый меч. А старый-то куда делся, интересно? Ну да ладно. Так, мне нужен костер. У нас костер здесь есть. И здесь есть костер. Так, должны быть таланты. Наверное. Да, один серебряный талант. Что у нас по выносливости? А, интеллект что дает? Угу. Ну, давайте, наверное... Так, ловкость мы уже все выучили. Энергия плюс 5, восстановление энергии, сопротивление ядам, сопротивление боли, сопротивление оглушению. Вот это мы, наверное, и выучим. Так, все. Все. Варганить. Давайте белый мед сделаем. Так. Серебряницу. Серебряницу. Поцелуй, что дает? Кровотечение. Ну, давайте сделаем один поцелуй. Так, филин у меня, по-моему, есть. Ну, давайте тоже сделаем еще и филина. Масло от... У меня масла-то всего полно. От падальщиков, от орнитозавров. Этого всего полно. А вот... Вот этого масла бы нет у меня. Так, ладно. Ну, давайте... Сейчас сколько уже? До рассвета. Так, ну, идем искать. Да, есть Василиски. Ай, молодец. Хоть достал то, что надо, блин. Давай.
Есть. Молодец. Так, ну все, собирай останки. Последние шкура Василиска. Все, можем возвращаться. Я надеюсь... Почему-то мне показывают сюда, блин. Что я забыл в этом алтаре? Ух ты, Берингар. Берингар? Я рассказал главному, как найти Каэр Морхен. А потом я помог им в их исследованиях. Я охотился на зверя из предместья, когда они схватили меня. Я спасся. И потом работал с Калькштейном, чтобы пробраться в башню на болоте. К сожалению, они нашли меня. И во второй раз были уже совсем невежливы. Чтобы спасти свою шкуру, я согласился найти для них Альвина. Зачем ты мне это рассказываешь? Я хотел тебе в лицо сказать. Увидеть этот знаменитый ледяной блеск. Не мне тебя судить. То есть ты понимаешь? Ты не обвиняешь меня? Я не могу одобрить твой выбор, но я понимаю. То есть? Делай то, что считаешь нужным. Я не твоя нянька. Возьми это. Мы еще встретимся, Белый Волк. И что ты мне дал? Письмо, книга грома, слизь дракона. Так, это понятно, что ты вряд ли его повстречаешь. Залезем в инвентарь. Слизь дракона. Покупать совершенствование силы. Отлично. Книга грома. Полнолуние. Сорокопутка. Масло от вампиров. Хм, ну это хороший рецепт. Очень хороший. Так, это поцелуй, это все, что я сделал. Так, давайте кольцо сюда поставим, чтобы места побольше было. Ну и все. Так, и снова мне нужен костер. А что по заданиям? Это контракты. Непонятно. Так, где моя карта? А, уже сюда не показывают, кстати. Значит, мне надо было дождаться Берингара. Так, ну идем к лодке, там у нас есть костер. Сразу тогда выучим новые таланты. Так, сначала с алхимией. А, ладно, таланты, хорошо. Таланты так таланты. Вот надо быстрый тоже выучить. Потому что часто сражаемся и быстрым стилем. Серебряного меча. Так, здесь Квен бронзовую учили полностью. Ар тоже. Игни. Ученик. И повреждения. Так, алхимия. Ну, гнев оборотня, конечно, я оборотня не убил, поэтому у меня нету его субстанции. Так, кошка. Так, а масло от вампиров требуется другая... Другая смазка, да, масло улучшенного качества. Мощь голема, поцелуй. Вот, слизь дракона. Субстанция есть, но не хватает особого эликсира. Да. Ну ладно. Медитируем 1 час.
Так, возвращаемся. Скорее всего, Альвин нас там ждет. Геральт из Ривии. Я слышала, что ты умер. Извини, но я не помню твоего имени. Белая Райла. Что ты здесь делаешь, ведьмак? Убиваю монстров. Все как обычно. А ты не видел здесь команду эльфов? Нет, ни одного. Следи за своими словами, ведьмак. Ты ведь не неуязвим. Если я узнаю, что ты работаешь со Скоэтаэлями... Ты мне угрожаешь? Нет, просто помогаю избежать серьезной ошибки, последствия которой могут оказаться для тебя слишком серьезными. Ты тоже следи за словами. Я не какой-нибудь там голодающий эльф-молокосос. Я смогу защитить себя. Без сомнения, вы зима в огне. Нелюди превратили ее в зону военных действий. Эти бедные голодающие эльфы десятками убивают людей. Долг требует, чтобы я уничтожил отряд, которым командует Терувьель Аэпшихель. Ты меня не остановишь. Мы знаем, что они засели в деревне и взяли заложников. Скоро мы нанесем удар. Я поговорю с эльфами. Возможно, они прислушаются к голосу разума. За тебя поручился сам Зигфрид, так что я тебе верю. Твое вмешательство не позволило белкам вынести из банка деньги, на которые они смогли бы купить оружие и провизию. Они ослаблены. Я, честно говоря, сомневаюсь, что они тебя послушают, но попытайся... Пообещаем справедливый суд, если они сложат оружие. Я попробую их убедить. Подожди, пока я не вернусь. Даю слово. Ну, отлично. Фух, снова у меня вот эти разборки с Скоэтаэлей людей. Так, Стоп. А почему мне показывают снова сюда? На лодку. Что за ерунда? Ну, подарок. Странно. Так. Давайте закончим контракты. Это к Юлиану, это к трактирщику. Так что возвращаемся в деревню. Да, снова придется, наверное, выбирать эльфов или людей. Опять будет сложный выбор. Но вообще предназначение ведьмака защищать... людей от нелюдей. Ну, как бы, чтобы Скоэтаэли прислушались к голосу разума, это вряд ли получится у них. Ух ты. Я являюсь адъютантом Белой Райлы. Мне нужно поговорить с тобой, ведьмак. Я уже говорил с Райлой. Спасибо, но на сегодня с меня хватит пропаганды. Видишь ли, ведьмак, Райла отличный офицер и искренне ненавидит нелюдей. Поэтому она и возглавила эту миссию. Но дай я угадаю. У нее есть совесть. И хотя она только обыкновенный наемник, но обычно держит слово. Она склонна избежать резни мирных жителей, даже если из-за этого эльфам удастся скрыться. Нам удалось предотвратить кражу из банка Вивальди. Скоэтаэли ослаблены.
Мы можем позволить себе нанимать лучших воинов, но мы не доверяем Райли настолько, насколько мы доверяем тебе. Хочешь сделать из меня наемника? Я должен встать рядом с Райлой и уничтожить эльфов, прежде чем они убьют заложников. Назови мне хотя бы одну причину, почему я не мог бы просто уйти. Буду говорить на твоем языке. Чудовища напали на деревню. Они убивают мирных жителей. Они голодны и озлоблены, а потому еще более опасны. Встань рядом с Райлой, ведьмак. Встань на сторону Ордена и уничтожь этих чудовищ. Ради чего? Ради золота Вивальди? Нет, ради справедливости. Ты должен предотвратить резню, подобную той, что случилось в предместьях, а также спасти своих друзей от этих ненасытных чудовищ. Ну, круто. Да, все-таки придется мне выбирать. Будет снова сложный выбор. Геральт! Лютик. Эльфы Торувьель захватили заложников в деревне. Что нам делать? Я поговорил с Райлой. Она возглавляет рыцарей Ордена. Геральт, среди заложников Альвин. Мы должны его спасти. Я знаю. Я хочу вступить с ними в переговоры. Я буду ждать за домом Салтыса. Когда будешь готов, приходи туда и скажи, что мне делать дальше. Хорошо. Я попытаюсь договориться с Белой Райлой и Торувьель. Есть у меня чувство, что это будет нелегко. Ты справишься. До встречи. Да, мне кажется, что мне это тоже будет не очень легко. Так, ну а мне сначала надо, наверное, сюда. Юлиант у нас находится здесь. А, заперто? Да ладно, что, серьезно? А если я поставлю на отслеживание? Ну, все правильно, сюда. Не могу, почему-то не могу. Так, Альвин. Это сюда. Так, что по журналам? Я должен зайти к Лютику после моего разговора с Торувьель и до того, как я приму окончательное решение. Ну, хорошо. Придется решать этот вопрос. Ага. Но разговаривать мы уже будем с ними в следующей серии. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.